У вас нет с собой сертификата, а как же вы продаете? Не знаю, никто не спрашивает, сейчас не спрашивает. Ну, Роспотреб требует, чтобы по первому требованию покупателя представляли. А где у вас? Дома. Дома, да? Что? Ходили мы, смотрели в ленту, ходили, смотрели мы где-то еще в глобусе. Там, знаете, во-первых, выбора нет. Выбор такой какой-то однотипный, все это. И цены, конечно, дороже. Дороже, да? А у вас... Ну, в тетради они также идут, 3-4 рубля, вот, начиная. А так, конечно, такого ассортимента вы нигде не увидите. Это ни одной тетради здесь, в принципе, не повторяется. А во сколько? Еще не все. Что у вас в основном берут? Тетради, дневники, обложки, цветную бумагу, все это нужно. Много покупателей обычно? Ну, знаете, сегодня ни одного еще. Не, ну сегодня вы только открылись. В прошлом году был очень маленький спрос, но мы уже поздновато, конечно, я вышла, где-то шла с 20-го. Угу. Ну, как, в принципе, люди, те, кто они ходят на ярмарки, они знают, что здесь они выберут то, что им понравится. Угу. Так что все равно идут. А у вас есть сертификат соответствия? А как же, обязательно. А можете показать? С этого года еще не привезли, а так вот у нас прикладные открытые мы берем, читая по сфере. Мы должны быть ближе. Вот сертификат. Вот у нас все видите, сертификаты все прописаны. То есть они нам на руки не дают, но то, что у нас здесь в накладных, у них все это. А будет. Кто вам выдает вот сертификаты? Это оптовые базы, где мы берем. Ага, сертификат соответствует. Да. То, что, то есть, если хотите подлинники и копии, можете прийти, все у них там проверить. И тут все качественное, то есть...